Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Шримад Бхагавадгита, как она есть, глава 12, текст 13-14, верно? Так. Преданное служение. Санскрит. Адвешта сарва бутанам майтра каруна эвача. Нирмамо нираханка расама дукасу какшами. Цантушта сататам йога йоги. Ятатма дритта нишчая. Майар питта манобутир ятман бхактир саме прия. Адвешта. Не питающий зависти вражды. Сарва бхутанам. Всех живых существ. Майтра. Дружелюбный. Каруна. Доброжелательный. Эва. Безусловно. Ча. Также. Нирмама. Лишенный собственнических чувств. Нирахангара. Лишенный ложного эго. Сама. Одинаковый. Дукха. И в горе. Сукха. Тот, кто в счастье. Кшами. Прощающий. Прощающий. Прочитаем перевод стихов. Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам. Кто избавился от собственнического инстинкта и ложного эго. Кто остается невозмутимым в радости и в горе. Кто терпелив, всегда умиротворен. Кто, обуздав чувства и сосредоточив на мне свой ум и разум, с решимостью отдает себя преданному служению, такой человек очень дорог мне. Здесь есть комментарий Шрилы Прабхупады. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет духовные качества чистого преданного. Такой преданный при любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и никому не питает вражды. Вместо того, чтобы отвечать враждебностью на враждебность, преданный думает: «Этот человек враждует со мной в наказание за мои прошлые грехи. Поэтому лучше безропотно сносить причиняемые им страдания». В Шримад Бхагаватам сказано: «Татте нукампаям сусамикшамана бунджана экатмакритам випакам». Попадая в беду или сталкиваясь с трудностями, преданный видит в них милость Господа. В наказание за прошлые грехи, думает он, я должен был бы страдать гораздо сильнее, чем страдаю сейчас. Только по милости Верховного Господа я не получил заслуженного наказания в полной мере. Милостью Верховной Личности Бога мне досталось лишь малое только страданий. Поэтому преданный всегда остается спокойным и невозмутимым, и терпеливо сносит любые страдания. Преданный также неизменно добр ко всем живым существам, даже к своим врагам. Нирмама, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Поскольку преданный не отождествляет себя с материальным телом, у него нет ложного эго, и он одинаково спокойно относится к счастью и горю. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Часть комментария. Давайте пытаемся разобраться здесь, в этой как психологии дживы. Есть психология ума, психология чувств также существует, то есть здесь некоторые законы. Ум, чувства, они как бы впитывают определенные впечатления
Это складывается в личности человека, в его характере. Любой психолог это знает, что нынешнее состояние ума человека, его характер, оно складывалось еще с детства, еще в утробе матери. Сейчас современная психология это прекрасно сознает на этом уровне. Но нам нужно изучить глубже этот момент. Психология дживы. До этого не могут дойти материалистичные ученые. Здесь необходим особый опыт и видение. Суть в том, что законы природы действуют так не случайно. Почему человек должен впитывать в себя все, что окружает его, благоприятное и неблагоприятное? Почему так? В чем, в смысле, он тогда виноват, если он впитал еще в детстве какие-то плохие вещи? И кому-то повезло, если ему дано было что-то хорошее. Ведь тут есть какая-то несправедливость, какая-то двойственность, противоречие, несправедливость. Так мы это называем. Странность какая-то. Но законы природы действуют так, что действие, которое человек совершает, оно может быть против него направлено самого или в пользу, смотря какое действие он совершает. То есть как бы несем ответственность за поступок. Вольно-невольно. Все эти действия, поступки или речь, то, что мы говорим или делаем, или слышим, или как-то воспринимаем, принимаем, складывается в наш материальный характер и воплощается. В определенном теле, в определенном времени, обстоятельств. Зачем? Мы говорим, если человек совершал греховные действия в прошлом, то в этой жизни он будет скован многими факторами. Зачем, 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 зачем? Ну, это реакция, понятно, это реакция за прошлые поступки, но почему так? Это что-то подобное тому, как если человек распускает свои руки, и ему руки связывают. Так действуют законы природы. То есть он злоупотребляет руками, или речью, или ногами, или разумом, причиняет какие-то страдания, беспокойство окружающим, законы природы, вот эти самскары, его же собственные, они его свяжут. Свяжут. Например, дурной характер. Что это означает? Это означает, что нам придется терпеть много неприятностей со стороны окружающих, потому что я им не нравлюсь. Я скован дурным характером и вынужден терпеть теперь оскорбления в свой адрес, насмешки. И даже враждебность, потому что я очень не нравлюсь. Поэтому здесь говорить, преданный, единственный, кто может сам себя обуздать. Ему не нужны законы природы. Как? Здесь Прабхупада описывает. Он так думает. Я сам виноват, если я страдаю за прошлые грехи. Я должен терпеть и не отвечать насилием на насилие. Это может сделать только преданный Кришне. Ну, преданный Богу человек. Ему дается это право управлять, контролировать своими поступками и чувствами. В остальном это невозможно практически. Даже для богов, говорится, полубогов. Даже они в совершенстве не могут управлять чувствами. Кроме Господа Вишну в этой вселенной, все остальные в чем-то пристрастны. В чем-то, помните эту историю? Когда мудрецы вселенной собрались, стали выяснять, ну кто же здесь самый беспристрастный во всех трех мирах? Кто верховный? Беспристрастный лично, значит, выше всех кто? У него нет ни друзей, ни врагов. Ко всем равно относится, нет зависти. Здесь говорится, ни раханкара, нет ложного эго, нет ложного чувства собственности. Здесь перечисляются божественные качества, возвышенной верховной личности Бога. И, собственно говоря, преданный может обрести эти качества. И вот эти мудрецы собрались, чтобы обсудить, кто же. Из этих трех главных личностей, есть три главные личности во Вселенной, потом 33 подчиненные, 33 миллиона наслаждающиеся, и бесконечное множество невежества, которые вообще не знают ни об этих 33 или 3 или миллионах, они знают только свою работу, зарплату и пенсию. Магазин, аптека, там, кино, они вообще понятия не имеют, где они живут и зачем. И вот мудрецы, они видели, что есть великие личности, но кто же самый великий? Брама, Шива, или Вишну.
Очень сложно разобраться, когда вы лично общаетесь с ними. Мы, конечно, прочитали, кто Верховный, мы уже знаем. Но если вы встретите лично, вы будете сбиты с толку. Что Брама очень похож на Вишну. Он тоже беспристрастный. Он творец Вселенной. Шива тоже беспристрастный, он всех одинаково уничтожает в конце творения. Никого не жалеет. И Вишну, похоже, тоже беспристрастный, он все это поддерживает. Ни с кем не спорит, не запрещает это делать. Что хотите, то и делаете, но все происходит по его воле, потому что он божество Вселенной. Итак, воля Брамы, воля Шивы и воля Вишну. Так кто же из них главный, потому что, по идее, Бог один. В единственном числе. Мудрецы стали спорить. Вы знаете, до сих пор споры идут в ведической культуре. Кто же верховный, Шива или Вишну? С Брамой разобрались как-то. Все согласны, что Брама – это значит Джива. Татва. А вот Вишну и Шива – сложный вопрос. И Прабхупада говорит, что положение Господа Шивы очень трудно объяснить, отличие от Господа Вишну. Поэтому споры идут. Это такое же, говорит, различие, как между молоком и простоквашей. Один и тот же продукт, и все же качество вот в чем-то есть какое-то различие. И так же, как Шива поклоняется Вишну, Вишну точно так же поклоняется Шиве. И очень трудно разобраться, простите. И на самом деле сложный вопрос. Для невежд все просто, а если вы вот соприкоснетесь непосредственно, вы увидите, да, непростая задача. Шива тоже отец всей Вселенной считается. Ему такие же молитвы, как Вишну, возносят в точности. И более того, он покровительствует самым падшим, даже демонам, призракам и духам, и тех, кто невежественно берет под свое покровительство. Сам не попадая под влияние невежества, управляет этой гуной. А Вишна просто лежит в йога-нидре, спит, ничего не делает. Ну как понять? Ну вот, где вот, кто самый сильный? И тогда они решились на эксперимент. Вы знаете, что критерии науки – это практика, опыт. Нужно, значит, фактически доказать на опыте. Они выбрали Бригу Муни, учителя, мудрейшего среди полубогов, Бригу. Из мудрецов я Бригу, Кришна сам об этом говорит, Бхагава, дети Бригу, самый мудрый. И сказали, протестируй. Испытай трех божеств. Мы тебя уполномачиваем. Мы попытаемся защитить тебя от их гнева, если получится. В общем, риск для жизни есть. В общем. Потому что оскорблять божеств, проверять, испытывать, это не безнаказанно может быть. И Бригу сказал Хари Кришна и пошел испытывать. Он знал очередность, он знал, что последнее нужно испытать будет Господа Вишну, а первого – Браму. Он подошел к Браме, будучи непосредственно его сыном, и встал перед ним, стал смотреть в глаза нагло. Вы знаете, что на очень высоком уровне очень высокие требования, высокий этикет. Вы так можете определить уровень человека, насколько он следует этикету, насколько он строг в своем поведении. И на таком уровне, если мудрец Вселенной, мудрейший, не выражает почтения Отцу, то он разрушит всю культуру Вселенной. Запомните, дорогие преданные, что вы продвигаетесь все выше и выше. Можете много принести пользы, а можете также принести и беспокойство серьезное, если подниметесь на какой-то высокий уровень, если неправильно будете поступать. Ответственность повышается. И достаточно было просто не поприветствовать, не поклониться, просто стоять нагло перед отцом и смотреть ему в глаза. Никакого почтения старшим. Вся Вселенная держится на этом почтении. Брама подумал, это что такое вообще? Как это такое может быть? Это мой сын, что ли? У него вообще такой гнев поднялся. Но у него 4 головы, он сделал пранаяму, вдох-выдох. Измерил давление, выдохнул. Но убивать, наказывать сына сурово тоже нехорошо, тоже плохой пример. Надо прощать. А Бригу смотрел на него внимательно в это время, когда он справлялся с эмоциями. Проблема. Нет, не беспристрастный. Он сейчас так на меня разгневался, готов был проклясть.
Нет, он не сам не контролирует чувства. Ну и все было хорошо, они поговорили, Перегуму не извинился, не сказал про эксперимент ничего, конечно. Но у себя в записной книжке отметил в электронной, что Брама не верховный, нет. Браме не сказал об этом, чтобы не обидеть. И пошел Господу Шиве. Как понимаете, опасность, риск вырастает. Здесь нужно Шива! Он его легко умилует, тут надо же легко разгневать. Если он гневается на самом деле на кого-то, у него открывается третий глаз. Знаете, что такое третий глаз? Все, конец. И испепеляет. Ну, там тоже есть. Благо он, тоже все благое, потому что он возвращает, сжигает всю карму материальную. Ну и рождение будет лучше следующее, конечно. Но с этой жизнью будет покончено. Они братья, потому что вышли из тела Господа Брамы оба. И здесь нужно было совершить оскорбление серьезней. Не просто не поздороваться, не выразить почтение, а словами. И Перегу появился перед Шивой, Шива вышел из транса, увидел брата, обрадовался, брат раскрыл объятия, пошел обниматься, на нем гирлянда из черепов, представьте себе, змей, обвитый шею, в скорпионах вся голова. Он такой ужасно страшный отшельник, непостижимая личность, пьяный от ганджи. Он пошел обниматься с Перегу Муни, с чистым браманом. В чистых одеждах, знаете, хорошо причесанный, то есть после омовения. А Шива принимает омовение в местах кремации пеплом, пеплом сожженных трупов. Раскрыл объятия, чтобы схватить Перегу Муни. Перегу Муни отпрял, сказал: «Стой, не трогай меня! Ты такой нечистый вообще! Не касайся меня, моей даже одежды!» Шива подумал: «Как? Перегу? Мудрец? Не различает? Он видит только внешние вещи, что чисто, что нечисто. Он не понимает мою трансцендентную суть». И его третий глаз трезубцем стукнул, третий глаз стал открываться, и тут Парвати: «Дорогой супруг, что ты делаешь? Перед тобой же брат. Ты же станешь брат-убийцей. Какой ты пример подаешь живым существам?» Шива сделал пранаяму, смерил давление, все, принял успокоительные, что там есть. Пустырник, я думаю, да? Подходит к этой. То есть он справился с эмоциями, он сам справился с эмоциями. Простил Перегу Муни: «Хорошо, убивать не буду брата». Перегу Муни смотрел на этот инцидент, как Парвати умоляет Шиву не убивать брата. И отметил: «Шива не верховный, ха-ха-ха». Да, он радовался, потому что он знал, что Вишну верховный, хотел доказать это. Он не оскорблял, на самом деле, никого, просто он хотел установить верховную власть, найти Бога. Мы тоже на пути к Богу многих оскорбляем. Невольным образом. Скажем: «Это нечистый преданный, я его слушать не буду. Это кто такой?» И так далее. Начинаем иногда тоже видеть материальными глазами. На пути к Богу тоже мы совершим много оскорблений. Весь наш путь, он устлан оскорблениями. От начала и до конца, потому что пока есть анартхи в сердце, всегда будет склонность к критике и оскорблению. Вплоть до уровня према бхакти говорится, пока человек не достигнет премы, там уже нет никаких оскорблений. А сейчас у нас в уме что творится? Боже мой, хорошо, что мы еще речь контролируем. Но когда мы дойдем до уровня, когда мы даже плохо думать не будем ни о ком, вот это будет что-то настоящее. И Перегу Муни, конечно же, он не был оскорбителем, он просто хотел найти Бога, но ему пришлось так себя вести, чтобы доказать это. Показать это. Таким образом, это лила. Не надо ей подражать, конечно. И в конце концов он собрался с духом, сосредоточился на лотосных стопах Господа Вишну и пошел к нему без поклона, без приветствия, без молитв, чтобы посмотреть, какая будет реакция его эго? Какое у него эго? Настоящее эго или ложное эго? И более того, когда он пришел, он прошел мимо Лакшми у стоп Господа Вишну, не поприветствовав ее, не обратив никакого внимания на нее. Он смело подошел непосредственно к лежащему Вишну в йога-нидре
и поставил свою стопу на его грудь, вот так вот. Бух! Он слышал оскорбление поступком, самое тяжелое. И ждал. Сейчас будут проклятия от всей вселенной. Я навечно пойду в ад теперь. Если вы касаетесь ногой божества, это оскорбление. Если вы пинаете божество, то кто? Что за человек? Как его называют? Демон. Это демон, это непреданный. Если вы, это атеисты делают такие вещи. Чтобы разрушить веру в людях, чтобы оскорбить святыни, знаете, чтобы причинить боль вот этой вот святости, этим отношениям. Чтобы превратить это все в пыль, в ничто, все эти ценности священные, чтобы люди забыли о них вообще, чтобы думали, где взять деньги, где взять деньги, где взять деньги. Господь Вишну почувствовал удар Бригумуни. Он сразу понял, стопа Бригу, стопа Брамана. Го Брамана Хитача. То есть он благосклонен Браманам. Браманы, они очень близки к абсолютной истине, к нему. Говорится, очень дорог мне такой человек. Пришел очень дорогой Браман. Он имеет все духовные качества, которые описаны здесь. Вишну открыл глаза и разулыбался от счастья. Бригу, ты очень дорог мне. Прости, я это тело у меня грубое очень. Этим телом пронизываю все миры, поддерживаю их, оно очень твердое. Ты не ушибся. Он с таким вниманием, состраданием интересовался благополучием Бригу после его пинка, что у Бригу потекли от экстаза слезы. Он смотрел на Вишну, и он думал только об одном. Это Верховная Личность Бога. Он нисколько не смутился, Господь Вишну. И любовь и сострадание полились рекой на Бригу. Он обнял его, усадил, сделал пуджу. Браман пришел. Стал выражать ему почтение. И Бригу стал распространять смс-ки по всей вселенной, что Господь Вишну, Верховная Личность Бога, всем стало это все в Пуранах, чтобы всем было известно, что Господь Вишну, Верховная Личность Бога. Итак, человек, стремящийся к Богу. Вишну понял не поступок Бригу, а мотив, причину этого поступка. Брама увидел поступок с Господом Шивой, но не увидели причину этого поступка. А Господь Вишну, он сказал, он ударил мне ногой, но он искал Бога. Вот что он сам не делал. Этот человек очень дорог мне. Да, Прабхупад сидел на асане. Одна ученица прикрепляла какую-то гирлянду к изображению над асаной в это же время. Известный случай из Прабхупады Лиламриты описан. И не дотянувшись, она встала прямо на асану, там, где Прабхупада сидел рядом с ногой. И закрепила, а потом подумала, наверное, совершила что-то не то. Я едва не наступила на Прабхупаду вообще, на духовного учителя. Она тут же упала и сказала, Гуру Махарадж, а я совершила оскорбление? Я сразу не сообразила, но, наверное, я что-то не то сделала. Но Прабхупада сказал интересную вещь. Говорит, для служения Кришне ты можешь мне на голову встать. Вот мотив ваш. И поскольку мы тоже не всегда понимаем мотивы окружающих людей, их поступков, мы тоже иногда можем ссориться. А Господь Вишну принимает мотив, если даже служение несовершенно. По нашим понятиям, по нашим стандартам, Кришна может принимать такое служение. Вот тут нужно быть внимательным в обществе преданных. Чтобы избегать оскорблений, потребуется много внимания, много знания, психологии дживы именно, души. То есть душа стремится к Богу, в этом ее психология. Стремление к Богу. А как она это делает? Она делает согласно психофизическому фактору. С этим характером несовершенным, с чувствами несовершенными, с разумом несовершенным, с телом несовершенным.
Но душа, она стремится к Богу, тем не менее. И нам нужно открыть путь друг к другу в общении к Богу. А не препятствовать, не изгонять с этого пути. Оскорбление означает, что мы хотим кого-то, не хотим кого-то видеть вообще здесь. Это также означает, что мы недостаточно духовно сильны. Никого выгонять не нужно. Все, кто не хочет, уйдут сами. Не беспокойтесь об этом, это вопрос нашего терпения. Если кому-то не подходит этот процесс и отношения с Богом, если он не заинтересован, здесь побудет, конечно, принесет массу беспокойства, возможно, неприятности, возможно, даже долго будет какой-то, но он в конечном итоге покинет. Это Кришна устроит. Мы же пытаемся до последнего вдохновлять друг друга, продолжать преданное служение. Здесь или там уже, где мы можем, или где нам хочется, и так далее. Потому что не везде мы можем, не везде нам хочется. Мы еще материалисты. Прабхупада делал так своих учеников. Принимал саньясу в 21 год. И езжает туда, открывает центры. Не выбирали, куда ехать, где оставаться. Никакого комфорта. В Китай. Знаете, что в Китае был в те годы? На смерть послать. Мусульманские страны, говорит Прабхупада, говорит, я возьму пыль со стоп этих учеников, которые проповедуют в Китае, в мусульманских странах. Я посыплю свою голову их пылью с их стоп. Это риск для жизни. Вот так начиналось сознание Кришны. Сейчас тоже есть риск, но какой риск больше распространен? Ну, вот семья наша, как она относится к этому? Вот этот самый большой риск сейчас в нашем случае. Жизни никто не угрожает. Тюрьмой никто не угрожает. Вот только муж может уйти или жена, или дети отвернутся. Вот это единственная опасность сейчас остаться. Ну что же, много сделано в этой области, как бы много признаний есть, уже целая история есть, искон по всему миру ее. Вы не можете вырвать с корнями, невозможно уже все, уже корни пущены. Знание распространяется, знание принимается, то есть все, этот процесс идет глубоко, вглубь, глубже, глубже, мир трансформируется. Итак, суть в том, что преданный, он может сам обуздать себя. Вот эти качества, которые здесь описываются, смотрите. Адвешта. Двеша – это зависть, вражда, злоба. Агрессия отсюда исходит. Двеша – энергия. Чувствовали двешу в себе? Каждый знает эту энергию. Да, мы живем в двеше. Мы чувствуем в этой области, мы как погружены, как в воду, в эту двешу. Ум погружен, чувства погружены. Что мы чувствуем? Мы не можем, мы что-то должны сделать. Смотрите, она такая энергия, она нас как жжет, как яд внутренний. Нужно выпустить этот яд, нужно укусить кого-то, нужно сказать что-то. Это очень разрывает изнутри двеша. Двеша, страшная энергия силы. И иногда кто-то спрашивает, а как не завидовать? Я не умею. Когда эта двеша вспыхивает, я ничего не могу поделать вообще. Мой язык сам начинает вдруг плести какую-то ерунду. И ум начинает сам строить планы. Ну как с этим быть? Я не виноват. Я не хотел. Нет. О чем здесь говорится? Преданный может. Вот так и проверяется, кто преданный, кто не преданный. Вот преданному это по силу. Почему? Он дорог Кришне, он это чувствует. Вот что он знает, этот человек, что не знают другие. У него есть отношения с Богом. Отсюда у него есть удивительная сила внутренняя. Даже когда эта двеша вспыхивает, можно сказать, стоп. Это могущество. Этой силой не обладает никто, только преданные. Наданам, наджанам, насундарим. То есть он говорит, я не хочу, нет никаких желаний, ничего из этого мира, никаких желаний материальных вообще, никаких ожиданий. Только преданный может жить, не имея материальных желаний в этом материальном мире. Потому что он знает, Кришна поддерживает меня. Сам. Любое материальное желание оскорбит его любовь. Так же, как вы не можете потребовать награды денежные за свою любовь по отношению к возлюбленной женщине или мужу. Спасибо тебе за любовь. Вот тебе 5000 тенге на сегодня. Вы оскорбитесь. Вы не можете, даже не можете так мыслить. Допустить такую мысль. Как это большое оскорбление. Также преданный, как я могу просить у Господа что-то материальное?
Это же оскорбление. Чистый преданный, вот здесь как описывается, это чистый преданный. Он говорит, потому что Кришна так дорог, и он так столько милости дает мне, признает меня своей частичкой. Ну как же я могу вредить другим его частичкам? Это все равно, что делать массаж одной его стопы, а другую стопу резать. Это же одно тело, тело Бога передо мной. А Адвеша, то есть эти знания, эта связь с Богом делает человека очень сильным, праведным. Адвеша сарва-бхутанам здесь говорится. Сарва-бхутанам только Бог может не завидовать ни одному живому существу. Ни одному живому существу. Но преданный его тоже такой же. Адвеша сарва-бхутанам. Сарва значит все, бхута – живые существа. Все, 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 все. Говорит, это только Бог такой беспристрастный. Но преданный обладает его качествами. Это еще одно чудо, которое совершается в этих отношениях. Майтра каруна эвача. Майтра означает дружелюбный. Каруна означает очень сострадательный. Вот так он относится ко всему живому, что его окружает. Майтра каруна эвача означает плюс к этому, плюс к этому. Не отдельно. Не то, что у меня есть сострадание, достаточно. Нет, нет, нет. Плюс к не, к отсутствию зависти. Вместе должно быть. Потому что можно проявить сострадание, даже завидуя живому существу. Это может быть смешано. Представьте, какие сложные мы переживаем жизненные эмоции внутри, когда идет эта вот смесь несочетаемых вещей. Нам это знакомо в практике, потому что еще зависть есть, но уже и праведность есть. И вот что начинается в сердце. Яд и нектар вместе. Иногда этот яд зависти и воспевание Святого Имени, и Кришна, и мы слушаем, и нектар. И яд, и нектар вместе. И мы даже еще завидуя уже начинаем служить друг другу. Но это тоже не очень совершенное служение. Что человек такой думает? Я служил, но никакого толку, они так и не оценили мое служение. Эти люди. Вчера Прабхупада мы читали из истории Прабхупады. И он говорил, что его духовные братья ему завидуют. Говорит, они ничего не делают, просто критикуют ноги. Чтобы защитить искон, он говорил так, чтобы преданные знали об этом. И рассказал историю, которую рассказал его духовный учитель. Встретились два знакомых общих и стали говорить об общем знакомом также, о третьем, который стал мировым судьей. А не никто, то есть, а он уже мировой судья. Ты слышал об этом? Вот тот-то и тот-то стал мировым судьей. Этого не может быть, это сказал. Ни за что не поверю вообще. Да я сам видел, как он вел судебное дело. Да, ну ладно, хорошо. Ну тогда ему просто там ничего не платят. Это они все равно найдут причину критиковать. Даже если нет причины критиковать, найдут причину критиковать все равно. Это зависть. Это зависть. Вот она. Это зависть как бы в природе человека. Например, есть такая тенденция. Мы видим преданного. Вот он дает нектар. Мы чувствуем счастье. А потом находим один недостаток в нем. И говорим, никуда не годится. Все плохо. Все перечеркивает. То есть это и называется идеализация или еще присутствие зависти. Это другое объяснение в этом контексте. Идеализация означает, что мы понимаем Бога или великую душу как того, кто будет полностью удовлетворять наши чувства. Это духовная жизнь. Полный комфорт с ним. Он никогда не гневается. Говорит только приятные вещи. Всегда любит, мы чувствуем, купаемся в его любви. Можем делать всякие гадости, он не чувствует. Это идеализация имеется. Чистый преданный с ним общаться немножко опасно, как с огнем. Он видит мотив, причину действия.
Не само действие. Его нельзя купить, если это чистый преданный. Он знает, почему мы это делаем. Поэтому поведение может быть непредсказуемым для обычного человека. Гаура Кишор Дас Бабаджи, вы Джагат-гуру, Джагат-гуру, приезжайте ко мне, живите в моем доме. Зачем вы живете в лесу, в шалаше? Вот у меня есть многоэтажный дом, у меня куча денег, живите в моем доме. Я хочу стать вашим учеником. Он прекрасно понимал, что хочет этот человек. Но хочет присвоить себе гуру для собственной славы, что он имел великую славу уже в то время. Избегая ее, он так и не смог избежать великой славы Гауроки Дас Бабаджи. И что он говорил ученику, этому человеку? Хочешь стать моим учеником? Иди раздай все свое богатство и живи рядом со мной в шалаше. Да, Гуруджи, да, Гуруджи, да, Гуруджи. Он уходил и больше не возвращался. Никто к нему не приходил, ученики, никто. Никто не остался. Пришел только один байстан Сарасвати под давлением Бхактивинода Тхакура. Потому что Бхактивинода Тхакур его отец. И он сказал, ты примешь инициацию только у Гауры Кишоры Даса Бабаджи, иди к нему. Это был строгий наказ отца о ведической культуре, закон. Смиренно пошел сын Бхактивинода Тхакура к этому Уттама Тхикари. И сказал, я страдаю в материальном мире. У меня нет духовного учителя. Спасите мою духовную жизнь. Примите меня в ученики. Склонился перед ним. Как я могу принять его ученики? Что, о чем ты говоришь вообще? Я кто такой? Я неграмотный, я человек. Я читать-то не умею. Ты знаешь персидский, санскрит, арабский. Ты сын такого ученого человека, ты сам учитель мой, я твой слуга. О чем ты говоришь? Как я могу? Я оскорбление совершу, если приму тебя в ученики. Нет, нет, об этом и речи быть не может. Бисан Сарасвати послушал, потом пришел к отцу, сказал. Но он говорит, нет, не может меня принять в ученики. А Бхактивинода Тхакура сказал, иди, не возвращайся, пока он не примет тебя в ученики. О, Боже мой, я что-то не то сделал, похоже. Отец недоволен, гневается. Я, видимо, не понял, кто такой Гауры Кишор Дас Бабаджи. Он снова вернулся и сказал, Бабаджи, я на самом деле искренне хочу стать вашим учеником. Знаете, моя ученость – это просто мое эго. Развило мое эго. Я думаю тоже, что я ученый, но я не знаю, кто я, как душа. А вы – просветленный духовный учитель. Вы знаете, вы в знании, я в невежестве. Примите меня в ученики, пожалуйста. Ну хорошо, я спрошу Кришну. Приходи в следующий раз. Ничего себе ответ. Он с Кришной разговаривает. Интересно, что Кришна скажет про меня. Он ждал, не дождался, пришел на следующий день. Бабаджи, ну что, вы поговорили с Кришной насчет меня? Бабаджи сказал, я забыл. Да не до тебя было просто. То есть более важные дела. Он снова вернулся. А Бхактивинода Тхакура сказал, я тебе есть не дам, пока ты не примешь от него посвящение. Уходи отсюда. Вон из дома. Из двух сторон, представьте, что с ним было. Куда он? Два парамахамса между ними оказался. Великий ачарья будущий. То есть, в его случае, говорят духовные учителя, в его случае потребовалось сразу полное предание. Сразу же. Если мы развиваем эту преданность годами, то в этом случае сразу потребовалось полное предание. Необычная личность. Он пришел и сказал, Бабаджи, я осознаю свои несовершенства. Меня просто нужно презирать за мои качества. Я вообще ничего не стою. И вы открыли мне ту истину, я просто что-то думал о себе. Если вы меня не примете, я утоплюсь в Ганге. Мне не будет смысла жить. Ага, готов. И здесь делай мовение в Ганге, топиться не надо. Возвращайся, я дам тебе мантру, дам тебе посвящение. Есть такие истории.
Майтра Каруна Вача Адвешта Сарва Бутанам. Отсутствие зависти не означает какие-то такие только сладкие слова, улыбки, сентиментальные слезы и прочее. Разум. Если кто-то освободен от зависти, он освобождает других от зависти, он не будет сентиментальничать. Он не будет дуть на фурункул, он будет резать его, если он доктор. Нирмамо, нирганкара, означает отсутствие чувства собственности. Нирмама, ничто мне не принадлежит, нет ничего у меня здесь в этом мире. Нирмама, так видит преданный. Нир аханкара означает нет ложного эго. Нир аханкара ложное эго. Нир нет у преданного ложного эго. Как научиться? Ну, если мы слушаем о Кришне, у него нет ложного эго. У него истинное эго. Мы поясним. Когда Кришна говорит «Я источник всех духовных материальных миров», это не ложное эго, это его истинное эго. Вот когда мы признаем его истинное положение, мы достигаем этого уровня. Если мы не признаем, что есть Верховный, тогда остается только один Верховный. Я. Я есть Верховный, а кто еще? Не вы же, конечно. Должны же быть образованы и понимать, кто тут главный. Мы, конечно, так грубо не думаем, но с этим мы живем в сердце. Аханкара действует так. Да, возможно, сейчас я мышка такая скромная, а потом хочу стать кошкой, потом хочу стать собакой, потом тигром и так далее. Потом снова мышкой. Вот эта аханкара, она растет, она развивается. Но в нашей практике мы говорим, Кришна велик, я его слуга. Я маленький, он большой. Он трансцендентный, а я обусловленный. Я его вечный слуга. Мы развиваем это представление, слушая о Кришне и получая знания о Боге. Нираханкара. Мы становимся как и Кришна. Но наше истинное эго, оно звучит по-другому. Если Кришна говорит «Агам сарвасья прабхаво», «Я источник всего духовно-материального», то наше истинное эго говорит «А я слуга его, слуга великого». Это наше истинное эго. Сама сука, духа сука, кшами. Сама означает равна. Сама даршина, даршина. Видите, сама одинаково. Сама тоже одинаково. Сама. Духа сука. Страдание и счастье. Одинаково воспринимает. Он понимает волю Бога. Когда происходит какое-то событие, труднопонимаемое, задевающее нас в сознании Кришны, если мы, то этим событием Кришна устраняет сотни проблем и решает сотни задач одновременно. Это нужно понимать. Несчастье с каким-то преданным касается всю ятру сразу же, и все у него начинает бурлить, пересматриваться, очищаться, смотрите. Снова шастры всплывают, снова обновляется знание. Кришна много целей ставит. Одним поступком может, одним событием может решить много проблем. А кого-то может отправить из общества сознания Кришны куда-нибудь в другое место. Это он решает, не мы. Мы просто сожалеем, как преданные, что кто-то отходит от преданного, от преданного служения. Мы будем сожалеть, это правильно. Отец наказывает сына. Не означает, что другой его сын должен ненавидеть своего брата. Он сожалеет об этом. И отцу это нравится. Сам отец накажет сурово. И он смотрит, что там делают. А братья идут там, как-то успокаивают его там. И это нравится отцу. Это правильно. Кшамит, терпение. Терпелив. Сантушта, удовлетворен. Это очень высокий уровень описан здесь в Бхагавад-гите.
Мы в процессе, мы становимся все более и более серьезны в этом процессе. Как говорят опытные преданные, в начале пути нам кажется, вершина близка. Но чем дальше мы продвигаемся, тем большую пропасть видим перед собой. А в конце пути говорим: «О Боже, это невозможно, спаси меня. Я сам не могу, спаси меня». Мы предаемся Богу. Когда сил никаких не остается, мы говорим: «Ни сил, ни времени нет. Вся надежда только на Тебя». Но не сворачиваем с пути, потому что это бхакти. Идем до конца. Это Кришна, как слона Гаджендру, одной рукой вырвал из этой ситуации неразрешимой, смертельной ситуации, одной рукой вырвал его тут. В одно мгновение, как только Гаджендра обратился к нему, сразу было решение. Нирмама, он не придает особого значения телесным страданиям, ибо прекрасно знает, что не является телом. Что-то болит? Это пройдет со временем. Несколько десятков лет уже не будет никаких болезней. Так, говорит, больному стало легче, он перестал дышать. Все, все кончено, все. Он освободился от страданий. Так в Индии, когда человек умирает, он освободился от страданий. Все. Он сейчас страдал и причинял страдания, боль близким. Как же, все же переживают, все же страдают сильно. И вот все, освободился от страданий. Сейчас ему хорошо. Нет тела. Важно не получить новое. Такое же. Или хуже. Хотя бы уж лучше. Даже дело не в теле, а в уме. Ум получить сильный. Вот это просто дар Божий будет. Он терпелив и довольствуется тем, что приходит к нему по милости Верховного Господа. Не ставя перед собой труднодостижимых целей, он всегда пребывает в радостном расположении духа. Когда мне рассказывают о преданных, которые начинают свою миссию. А что это означает? Начинают миссию. Они без денег будут сидеть. Потому что миссия требует много времени, вам уже не сможете так работать активно ради плодов труда. Значит, вы останетесь в нищете какое-то время, многие. Это факт. По глазам вижу, что у многих денег. Последние штаны носят некоторые. Моя жена ходила в одной юбке, сколько там, 14 лет, что ли, уже на всех дырках была. Но она рифленая была, там было незаметно. И когда мне рассказывают, что вот преданные начинают миссию и живут там в каких-то условиях, там унитаз плохо работает, там или стиральной машинки, холодильника нет, там ни того нет, ничего нет вообще. Я радуюсь. Я думаю, здорово, это настоящие преданные. Так и должно быть. И они счастливы. Мне говорят, они счастливы. Я говорю, вот это нормально, это хорошо. Милость Кришны, что нет холодильника. Наш девиз – жить без холодильника, все. Без стиральной машины, все. Когда вы ко мне домой придете, вы увидите там много холодильников и стиральных машин, поэтому... Ну, если для миссии это нужно, получите потом. Да, если вы это можете занять, служение Кришне, можете получить дворцы золотые. Но не стремясь к этому. У нас таких планов никогда не было. То есть есть вещи, которые не входят в наши планы, но не происходят. Не только плохие. Разные, смешанные. Важно, как называется, конвертированная, да, валюта. То есть, когда из одной валюты в другую, да, конвертировать называется. Важно не конвертировать преднаслужение в доллары. Или в тенге. Наоборот, тенге нужно в преднаслужение конвертировать. Вот важно это. Потому что как только мы привяжемся к этой собственности, это будет зависть и жадность. И неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, преданный становится совершенным йогом. И поскольку он обуздал свои чувства, ему присуща непоколебимая решимость.
Его никогда не собьют с пути ложные аргументы, ибо ничто не может поколебать его решимости заниматься преданным служением. Он полностью осознал, что Кришна – вечный Господь, и ничто не может поколебать его. Все это помогает ему полностью сосредоточить свой ум и разум на Верховном Господе. Разумеется, редко кому удается достичь столь высокого уровня преданного служения. Но каждый может подняться на эту ступень, если будет выполнять правила преданного служения. Более того, Господь говорит, что такой преданный очень дорог ему. Ибо Господь неизменно доволен всем, что тот делает в полном сознании Кришны. Очень дорог. Это означает, что преданный начинает рисковать для Кришны в преданном служении. Он делает вещи очень рискованные. Но что он думает? Кришна защитит. Я хочу для него это сделать. Прабхупада стал проповедовать по всему миру. Это очень рискованное было мероприятие для его жизни. Для его жизни это был большой риск, крайний риск, 70 лет. Но он сказал Кришну, я твоя кукла. Дергай за нитки, за веревки. Я буду делать то, что ты скажешь. И он сделает. Невозможная вещь, рискованная вещь. Это риск. Принимать много учеников – большой риск. Есть история, как Мадхавачарья с кем-то увидел питона мертвого на земле, большую змею, и его поедало там сотни муравьев больших. Он был еще не мертв, живой, полуживой. И вот они ему причиняли эту боль и ели его тело. И он стал смотреть на эту ситуацию и сказал, этот питон – это гуру этих джив в прошлом. Взял слишком много греховных реакций их. Теперь не едят его тело. Вот такие примеры даются. Но Прабхупада говорит, Кришна защищает, верьте в это. Он нас вовлек в рискованное мероприятие. Но поскольку мы преданы Кришне, мы должны верить, что Кришна защитит нашу духовную жизнь. Арджуна, он рисковал на Курукшетре. Этот известный вертится в голове, который оскорбил Драупаде еще в джунглях. Джайадратха. Джайадратха. Он возненавидел пандавов, хотел отомстить им. Вот он отомстил, убив Абхиманию, заговор сделал, ловушку сделал хитрую. Джайадратха. Он просил благословения Господа Шивы, чтобы победить пандавов еще до войны. Но Шива сказал, нет, победить невозможно, непреданный Кришны. Но я благословляю тебя, одну атаку пандавов ты сможешь выдержать один. Один натиск. Отразить сможешь. Это все. Ну и вот, благодаря этому благословению, этот натиск был отражен, Абхиманию попал в ловушку, сын Арджуны, 16-летний. И его дядья убили его жестоко. Причем нечестно. Он был могучный воин, кшатри уже к тому времени. Абхимани. Когда Арджуна узнал, что так жестоко, так вероломно поступили с его сыном, он поклялся, и все это услышали, что завтра, до восхода солнца, до заката солнца, Джайадратха будет убит, я клянусь. Если я этого не сделаю, я войду в огонь. Как еще утешить было Субхадру, мать Абхиманию? И воин сказал, Арджуна сказал, значит, слово держится. И Дурьотхана подумал, ну, прекрасно, это же на руку. Он дал такой обет, значит, он войдет в огонь, если не убьет Джайадратху. Спрячем Джайадратху, укроем его. В самом конце нашей армии. И выстроим всю нашу армию в форме иглы, удлиненно. Арджуне придется пройти всю армию, чтобы дойти до Джайадратхи. Это невозможно. Итак, очень важно, большая удача, что мы сможем победить Арджуну, что он непобедим. И у нас появляется шанс победить Арджуну таким образом. Джайадратху спрятали в ушке этой иглы, этого войска. Кришна знал обо всем этом. Он знал, что это невозможно. И тут начались странные чудеса.
Никогда такого не происходило на поле битвы Курукшетра. Арджуна один на одной колеснице, вооруженный луком, стал преодолевать, пробираться сквозь эту иглу, это неизмеримый океан этих войск. Колесница была неразрушима, лук Гандива был неразрушим у него. Кришну убить невозможно. Арджуна великий лучник, может защищаться и нападать. Может одновременно стрелы пускать во всех направлениях, непрерывно. Колчан из стрел не иссякал. Это дар богов был у него. И он положился на свои силы Арджуна. И он даже не уставал, потому что Кришна был рядом с ним. Не чувствовал усталости. Все было необходимое. И Арджуна начал этот невозможный поход. Головы летели со всех сторон. А где-то в середине пути Кришна сказал: «Арджуна, я не устаю, я Бхагаван. Ты не устаешь, ты мой друг, все хорошо. Но лошади уже не могут ехать. Устрой какой-то отдых для них, для лошадей». Арджуна сошел с колесницы, встал на одном месте, то есть все, никаких маневров, с луком, и стал удерживать все войско кауравов 360 градусов. 3D называется, да? 3D. Битва началась 3D. Не так, что фронт есть какой-то. Вот он был прямо в тылу врага, окружен. И все горели желанием убить Арджуну, что это был единственный шанс сейчас покончить с Арджуной. Арджуна встал просто пеший на одном месте, удерживал все эти войска. Кришна сказал: но кони хотят пить Арджуна. Арджуна достал какую-то стрелу особую в этом пекле и выпустил в землю. Она пробилась, землю пробурила, и пошла вода. Образовалась кунда. Вот, лошади стали пить, купаться, валяться на земле потом, отдыхать. Кришна улегся, дремал в это время. Арджуна держал все эти войска, и все войска думали, что тут происходит. Дом отдыха образовался какой-то. Никто глазам не мог поверить, что Арджуна делает, что Кришна делает. Что они там делают? Отдыхают. Загорают, купаются. База отдыха у них там. И так Кришна стал показывать, кто такой Арджуна. Такого еще не было, таких примеров не было на Курукшетре. Но все, время, солнце уже клонится, у нас мало времени. Запрягаем лошадей, снова Кришна запрягает лошадей, снова они двигаются в путь. А Юдхиштхира очень волнуется. Где Арджуна? Как мы получим хоть какую-то весточку? Он вообще жив? Что там? Сатьяки, иди узнай, это великий кшатрий. Ты почти равен Арджуне в стрельбе из лука. Ты почти такой же. Иди, пробей этот путь заново, иди, вернись обратно. Принести новости нужно. И Сатьяки врубился в эту гущу тоже врагов, выполняя приказ царя. Он прошел почти тот же самый путь, но он устал. Он просто был изнеможен. И в это время кто-то из кауравов великих, может быть, Критаварман это был, кто-то другой, я не помню уже. Он воспользовался тем, что Сатьяки уже не мог даже поднять оружие от усталости. И он поднял свое оружие, чтобы убить Сатьяки. И в это время Арджуна заметил издалека и выпустил стрелу и отрубил руку этому воину вместе с оружием. Тот упал на землю, несчастный, расстроенный, сказал: Арджуна, ты нарушил этикет войны. Зачем ты вмешался? Я был занят битвой с одним воином, один на один. Это нарушение этикета. Зачем ты совершил этот грех? Прости, сказал Арджуна, но я дал обет, и ты знаешь об этом. Я защищу любого воина в пределах досягаемости моих стрел. Я дал обет, поэтому я его исполню. Да, Арджуна, ты прав, благо тебе. Расстелил стрелы, лег и оставил тело в йоге. И они двигались дальше. Сатьяки вернулся и сказал: все нормально, все по плану. Но еще далеко, неизвестно, что будет. Арджуна старается изо всех сил. Кришна управляет колесницей, все так же. Но солнце садилось, солнце село. Две версии есть тут. Я расскажу сначала ту версию, которую я читал
академическом издании. Он достиг Джаядратхи на закате солнца. Но была еще одна проблема. Благословение отца, великого йога, было у Джаядратхи. Он защитил сына этим благословением, все знали. Если кто-то, по вине кого-то, голова его сына коснется земли, его голова расколется пополам этого человека. Так он защитил своего сына. Этим был Браман. И Арджуна пустил стрелу, которая отсекла голову Джаядратхи. И Кришна в это время уже сказал, когда стрела летела: «Ты помнишь об этом благословении его отца? Арджуна, сделай что-нибудь, сейчас голова Джаядратхи упадет на землю, и ты погибнешь». Арджуна пустил другую стрелу немедленно, которая подхватила голову Джаядратхи и бросила на колени отцу медитирующему. Отец вышел из транса, что такое, какой-то предмет на руках, сбросил на землю и умер. Это одна версия. Другая версия: солнце село. Ха-ха-ха, Арджуна, ты должен войти в огонь теперь, сказали Кауравы. Дрёдха нариковал. Сложили костер красивый. Сказали: Кришна, играй на флейте для своего друга. Но он сейчас уйдет в огонь, нелегкое дело. Все радовались враги, друзья плакали. И ты что-то чувствовал, что-то не то. Кришна улыбается, какой-то спокойный вообще. Не Раганка разные эти, а Двешта и Кшами, и все на свете, все в нем хорошо, все в равновесии. Да-да, он сказал, я сыграю на флейте. Арджуна уже пошел на костер, и Кришна сыграл на флейте, и солнце снова встало. Со стороны заката, конечно. Не со стороны восхода. Шакуни сказал: это Кришна все устроил. Кришна, он не прав. А говорит: я просто играю на флейте, что ничего не прав. Я тут при чем вообще? Я никуда не вмешиваюсь. Просто солнце хотело услышать звук флейты, и все. Моя флейта такая привлекательная, что я могу поделать? Солнце снова вернулось послушать флейту Кришны. А Джаядратха был здесь же, тут же рядом. И Кришна предупредил Арджуну, когда он шел на костер: возьми с собой лук, Арджуна, не расставайся с луком. Он тебе еще, может быть, понадобится. И Арджуна, стоя на костре, так убил Джаядратху. Другая версия. Скажите, как столько версий Махабхараты? Не знаю. То и другое интересно. Мы принимаем то и другое. Видимо, Махабхарат много. Видимо, эти истории повторяются снова и снова. И сейчас мы живем по тем же законам, собственно говоря. Махабхараты, ничего же не происходит нового. Как Равана украл Ситу, с тех пор все крадут. Разве нет? Что нового происходит? Как в Рамаяне описывается, как в Махабхарате описывается, так и сейчас все люди живут по тем же законам. Просто многого не знают. Итак, редко кому удается достичь такого высокого уровня, говорится. И иногда преданные думают: ну да, это очень трудно, и опускают руки. Я удовлетворюсь хотя бы гуной благости. Ну, сейчас мы это часто можно слышать. Преданный говорит: я хотя бы гуной благости уже достигну и отдохну. По-человечески поживу хоть немножко. Да, они приходят в институт, по 3000 тоже думают: вот сейчас я тут изучу это все, потом женюсь, детей родим, и все будет хорошо у нас, мы будем жить в благости. Да? Нет, это ловушка, хитрость Кришны, благости не будет. Потому что вокруг Кали-юга без святого имени. И мы пришли на этот вкус, на эту приманку, а сейчас мы убедились, что нет, без святого имени невозможно это все поддерживать. Хорошие вещи, если мы даже делаем хорошие вещи, поддержать их будет невозможно, мы потеряем. Поэтому повторяем мантру тоже, что поддерживает свою жизнь на каком-то чистом уровне. Мы готовы повторять мантру, если это излечит от катаракты, допустим, почему нет? Если это прибавит зарплату, что не повторять? Какие проблемы вообще? Если мне дадут большие деньги за Хари Кришна мантру, иду повторять 64 уровня каждый день. Хотя это на самом деле не совсем так.
Однажды Бодхисаттва Сарасвати сказал ученикам, когда они увидели одного его ученика в храме, который только мантру повторяет и ничего не делает. Ну, а там еще много же работы какой-то, а он только мантру повторяет. Они пожаловались на этого ученика. А гуру сказал, не трогайте его, он занят хорошим делом. Но ученики как-то вот завидовали. Он ничего не, почему ему можно вот ничего не делать, а нам нельзя, мы работаем. Он только мантру повторяет. Тогда Бодхисаттва Сарасвати сказал, так, давайте вывесим объявление в Калькутте много. Там напишите, пусть приходит в наш храм тот, нам нужен человек, который будет повторять каждый день 64 в храме, у всех на виду. Вот. И мы ему будем бесплатно жилье, пищу, зарплату, ну, в общем, все обеспечим. Просто же. Вывеси объявление, ни один человек не пришел. Лучше я буду у рикши вкалывать, чем повторять 64 мантру. Очень трудно, верно же? Без преданности нет, никто не может это делать. Можно удивиться, верно? Вот болтать всякий вздор могут часами. Мантру повторять трудно. Потому что у нас есть эти материальные желания, эти пристрастия, эти двеша, и аханкара, и все остальное, все эти анартхи. То есть вся наша как бы, практика сводится к искренности. Не к своим даже правилам предписаниям, а с каким мотивом мы это делаем. Вот она причина, вот она как бы. Семя преданного служения. Прабхупада говорит, чтобы стать чистым преданным, чтобы обрести все совершенства, нужно очень сильно полюбить Кришну. Больше своей жизни. Потрясающе. Майя забирает наше тело постепенно, постепенно сокрушает. Тело становится все более старым, больным, немощным. А Кришна забирает нашу душу. Невзирая на никакие ошибки, ни на какие грехи прошлого, агам твам царва пепе пьё. Все, я забуду все твои грехи. Все забудут твои грехи. Если ты мой преданный, ты мне очень дорог. Вот эти отношения дают силу. Нет источника другого источника силы. Ради себя мы ничего не можем сделать, ради Кришны можем сделать все. Если кто-то становится дорогим Кришне, то, конечно же, он друг всем живым существам, говорится. Как шестеро госвами, у них не было врагов, даже негодяи уважали их, поклонялись им. Это люди, которые обладали духовными качествами. По-настоящему. То есть они не имели собственности никакой, не имели только набедренные повязки, не жили по деревьям Вриндавана, писали книги, чтобы люди получили благо, заботились об этом, чтобы передавать знания, чтобы дать Кришну. Вся гуру парампара наша, она только об этом и думает, и думала, как распространить это всеблагое знание по всему миру. В общем, наша задача не просто жить в комфорте, благоприятно, благополучно, а действовать. На этом нужно сосредоточиться. Какие будут вопросы, пожалуйста? По трансляции группа Вальмики Туб спрашивает, как справиться с безысходностью в сердце? Как справиться с безысходностью в сердце? Нужно отказаться от этого вкуса. Это вкус. Депрессия – это вкус, поймите правильно. Депрессия – это привязанность к страданиям, наслаждаться страданием – это извращенный вкус. Это выбор человека. Конечно, когда он сделал этот выбор и попал в эту область привязанности, он не может вырваться оттуда. Ему нужна помощь извне. Если он связан такой депрессией, то нужен кто-то рядом развязанный, кто мог бы помочь ему. Как? Вдохновить переходить на Мадгала, орать в храм, вместе с преданным повторять джапу, слушать Шримад Бхагаватам. Постепенно разум вернется. Но вкус может остаться еще к депрессии. Поэтому человек может вернуться снова к этому состоянию, жалеть себя, я самый несчастный. Понимаете? Это вкус, это определенная привязанность.
это наш выбор. Обида – это наш выбор. Мы же всегда говорим, старайтесь не обижаться, это опасно. Опасно для нашей жизни. Просто обида не опасна. Но если она войдет в сердце, что вы будете делать? Это станет депрессией. Это путь к самоубийству. Это греховная жизнь называется. Поэтому вспомните Бога, что ваша жизнь, это тело, которое имеете, это дар Бога. Дано для чего? Пытайтесь жить согласно воле Бога, а не своей депрессии. Откажитесь от этих вещей. Запретите себе этот путь. Если лошадь можно привести к воде, заставить пить невозможно. Запретите себе. Я понимаю, это внешне, но все равно объясните убийство браманов, разграбление, уничтожение храмов и божеств, осквернение. Во Вриндаване нет же кармы этой местности, Вриндаван же духовен, даже с внешней стороны, а там происходили такие ужасные события. Во Вриндаване никогда не происходит ужасных событий. Если вы говорите Пхаума Вриндаван, то это как бы двойная вещь. Пхаума Вриндаван, земной Вриндаван. Галока Вриндавана вы там не увидите плохих вещей. И также во Вриндаване. Но Пхаума Вриндаван земной, вы также увидите географическое место. И как географическое место, он кажется обусловленным. Там тоже видите люди, конфликты. Можете видеть географическое место, биологическое, то есть какое-то существование еще. Это не Вриндаван. Это поверхность Вриндавана, говорится. И вот Господь Чайтанья открыл Вриндаван нам, который исторически был забыт, там были войны, там что-то еще было. Это внешние события Кали-юги просто происходили в другом измерении. А Господь Чайтанья, придя туда, открыл на Вриндаван. И сейчас мы попадаем во Вриндаван, смотрите. Несмотря на то, что там что-то было, он не осквернился. Нет, Вриндаван не оскверняется. Покрывается Кали-югой, может быть. Так, золото покрывается грязью, оно не теряет своих качеств. Это Пхаума Вриндаван. Земной Вриндаван. Когда Кришна идет по земле, он не касается материи. Потому что это Кришна. Он никогда не касается материи. Его стопы лотосные. Лотос не смачивается водой. Его существо никогда не окрашивается в гунах материальной природы. Если приедете во Вриндаван, первое, что увидите, обычный город. Но пожив той жизнью, вы увидите Кришну. Внутреннюю жизнь. Надо искать Вриндаван в сердце. Прабхупада говорит, что просто купив билет, вы не можете попасть в Вриндаван. Но слушая о Кришне во Вриндаване, несомненно, вы увидите Кришну там. Никакого отношения к Вриндавану это не имеет, то, что там происходит на внешнем уровне. Никакого отношения к Вриндавану это не имеет. В Вриндаван могут попасть только чистые преданные. Туда не могут попасть материалисты. Это вопрос сознания, не физического присутствия. Физически можно купить билет и приехать, и увидеть свинью там где-нибудь. Вернуться и рассказать про свинью. Можно так приехать и уехать тоже. Дух Вриндавана изначально там можно ощутить. Именно тот, когда Кришна был там. Вот что такое Вриндаван. Иначе почему преданные, побыв в Вриндаване 3 дня, привязываются на всю жизнь? Вриндаван. Ну такое может быть, скажите? Ну разве такое бывает? Вы едете за границу, в чужую какую-то страну, в чужую культуру вообще. Где там свиньи ходят, и обезьяны вас обворовывают. Где вы болеете, эти сварения там. Где вы получаете ожоги или колючки на парикрамах.
Где приезжаете, вас обманывают. Потом приезжаете в Алмату и плачете. Вриндаван хочу. Почему? Что такое? Оборовали, обманули, обрызгали, обидели. В гостинице номер был душный. Как правило, мы слышим все эти вещи. Когда кто-то приезжает на вечеринку в Вриндаван, они ужасаются. Как? И нам рассказывают, что Вриндаван это то-то, а тут-то. Куча мусора. Видели такой спектакль, когда сделали новые люди, которые прошли парикрама в Вриндаване, они потом сделали эту обратную связь в форме спектакля своего, они поставили. Они кучу мусора на сцене, значит, создали. И вот первое, что они показали, не так они увидели Вриндаван, как кучу мусора. И потом вот показали свою парикраму, а потом постепенно они плакали в конце. Вриндаван, Вриндаван. Вот как так происходит за несколько дней? Бхава. А что там делать в Вриндаване, если он не понимает ни Кришну, ни философию? Курить ганджу или что? Может быть, он имеет в виду, что, может быть, как-то он проникнется, все равно почувствует вкус? Может быть. Бывает такое тоже, да? Если человек, ну как бы, благочестивый хотя бы должен быть. Чтоб на глупости не делал просто. Равновешный хотя бы человек. А если он скорбление там совершит? Ну тогда ему не позавидовать. Пусть подумает. Даже свинью не обижайте в Вриндаване. У него был опыт печальный. Поэтому я говорю об этом. Осторожно с живыми существами в Вриндаване. Правила преданного служения. Садхана Бхакти. То есть Кришна дает нам знания в форме милости. Он говорит, оставь все, можешь все это оставить, не беспокойся, я тебя защищаю от прошлых грехов, которые были. Так, милость. И вторая опора – это садхана, личные усилия. Милость и личные усилия. И вот вы сейчас спрашиваете. Она выражается в форме следования правилам и предписаниям наше садхана усилия. Это значит 16 кругов ежедневно, это садхана. Потому что это пока, может быть, для нас неорганичное, требует усилий. Так ведь, Дуся Кришна? Поэтому это усилия. Рано встать для этого нужно, тоже садхана. Так. Омовение, все эти вещи, все эти детали. Есть только прасад. Читать Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту изучать. Общаться с преданными, участвовать как-то в миссии, распространение знаний. Это все относится к этим правилам и предписаниям. Есть также этикет в отношении с преданными, есть этикет посещения храмов. Это все много правил предписаний, можно читать в наших книгах. Например, нектар преданности это подробно описывает. И нектар наставлений также. В этих книгах можно полное иметь представление о нашей практике. Вот этой садхане. Правил предписаний много. Из них выделяются как бы панча-бхакти, наиболее могущественные 5. Все должны их знать хорошо. Так, их может быть там 64 или больше, не знаю. Ну, а так, вот самые сильные, панча-бхакти, их 5. Это саду-санга, общение с преданными. Ну, это центральный момент. Это воспевание святого имени. Это поклонение божествам. Это изучение Шримад-Бхагаватам и проживание в святом месте. Эти 5 самые могущественные пробуждающие бхакти. Вот, следуйте правильным предписаниям. Еще вопрос по трансляции спрашивают. А если жена преданная, а муж не преданный, стоит ли ехать мужу в Дхаму, чтобы защищать жену? Да, нужно от обезьян защищать жену. Можно ли ему ехать? Это вопрос в этом. Да, это же долг мужа защищать жену. Мало ли какая обезьяна там, если что, муж должен быть рядом, правильно? Нет, почему муж не может ехать? Жена преданная, он же будет смотреть, от жены будет получать представление, как вести себя в Вриндаване. Я думаю, эта ситуация нормальная. Нормально. Если он не агрессивен. Нет, агрессивные люди туда не приезжают, собственно говоря, даже. Но если он согласен ехать в Вриндаван, это уже хороший человек. Уже хороший человек.
Сейчас поймите, что сейчас Вриндаван открыт миру, потому что книги Прабхупады просто распространяются на улицах. Любой человек, прочитав книги Прабхупады, может просто поехать в Вриндаван сам как турист. И так и происходит. Многие приходят, приезжают туда просто как туристы с разных частей света. Каждый год там сейчас, видите, сколько там паломников, видимо-невидимо, со всего мира. Прабхупада этого хотел, чтобы так или иначе люди соприкоснулись с Вриндаваном. Вышел фильм очень хороший. Это сделал ученик Говинда Махараджи, который живет во Вриндаване. Он очень хороший кинорежиссер, очень талантливый человек. Вот этот фильм прекрасный сделал в Вриндаване, почти художественный. Очень хорошо сыгранный, смонтированный, то есть высшего уровня фильм. Вот, посмотрите его и также распространяйте. Там участвует Говинда Махарадж в этом сюжете, его ученик играет эту роль. Человека, который просто в Вриндаван поехал, потому что ну вот, услышал об этом от несчастья в семье, там с невестой, какие-то нелады у него, он не знал, что делать. И услышал, что вот помогает просто бросить все, уехать паломничество, он приехал в Вриндаван. Интересный такой был сюжет хороший, когда он открывает дверь такси, уже во Вриндаван приехал он, и первый шаг, куда он наступает, это на испражнение. Пиш, Вриндаван. И там вот сначала такие моменты, что люди сразу замечают, что нужно быть внимательным. Тут никто вот так, как на Западе, не проплачивается. Это личный энтузиазм, уборка Вриндавана. Мне это сообщили на Радакунде. Когда я там решил пожить несколько дней, сразу же Кришна послал духовного брата Саньяси, который меня там увидел. «А ты что здесь делаешь?» — он сказал. Говорю, вот тут я тут живу несколько дней, меня пригласили пожить на Радакунде. «Дом отдыха, что ли?» — он сказал. «Турист, что ли, ты здесь?» Я говорю, а что делать? Ну, мы тут мантру повторяем, читаем книги. «Убирай Вринда, убирай, говорит, Радакунд. Бери веники и метлы и убирай эти мусор. Видишь, говорит, как чисто там. Почему?» — говорит. «Это преданное служение, это сева. Тут нет дворников проплачиваемых. Это люди делают сами из любви к Радакунду. Все заняты, это лучшее служение, убирать Радакунд». И ко мне приехали ученики, узнав, что я на Радакунде, тоже приехали. Я говорю, что вы тут как туристы все? А? Видите, как чисто? Берем метлы, веники, пошли убирать Радакунд. А? И пошли убирать Радакунд. И там кругом эти обезьяны, это их испражнения там, они мусорят, они же обезьяны. И быстро все замусоривается. И мы, группа там была, несколько человек, взяли метла, совки там, где-то мы нашли, купили что-то и пошли строим туда, на Радакунд, стали все это убирать, чистить. Экстаз! Это было что-то. Даже Бриджабаси были в экстазе, видя, как мы убираем. Мы вошли во вкус, не хотели уже уходить, все. А Бриджабаси нам помогали. «Идите сюда, тут еще куча есть, идите сюда». И так уже к нам. И просада нам хотели дать, и все что угодно. То есть там сразу такая любовь открывается. И после этого я уже стал видеть Радакунд. Уже по-другому, конечно. Это уже дом ваш. Вы тут служите. Кришна принимает. Вы счастливы. И пошли на парикраму вокруг Радакунда. Я увидел интересную картину, которую раньше никогда не видел. Я всегда считал обезьян источником беспокойств, больше ничего. И как Прабхупада говорил, будьте к ним нейтральны. Не привязывайтесь, не угощайте ничем, но и не относитесь плохо, будут мстить. Если будете добры к ним, они привяжутся. Если будете плохо, они будут мстить нейтрально. Вот я этого придерживался. А тут человек сидит там, на дороге парикрам на Радакунды, на таком красивом парапете, тут видно Шьямакунд за ним, весь в обезьянах, и у него мешок с каким-то там хлеб, не хлеб, что-то там, он их кормит, у него служение на Радакунде всю жизнь, кормить обезьян. Его каждая обезьяна там знает, со всего Говардхана. Он знает каждую ту же обезьяну, там он с ними разговаривает, гладит их, трогает, ну видно, что это как семья. Он сам Адаршина, не различает ни человека, ни обезьяну. И они, обычные обезьяны, если вы что-то достаете, они сразу выхватывают там, дерутся. Они нет. Вот пища перед ними открыта, они из его рук все получают. Подходят пальчиками, берут у него, садятся ему на плечи, едят, разговаривают с ним. Он там со всеми разговаривает, что-то дает туда, то это так. Такая лила потрясающая. Духовная, понимаете? Я стал смотреть Радакунд, Радхарани. Самое милостивое место в трех мирах, говорит Радакунд. Если, говорит, Кришна не простит, Радха точно простит. И на Радакунде
Ожерелье такие продают из Туласи, деревянные, там есть мастера такие, там четкие красивые делают всякие ожерелья, там преданные любят покупать оттуда. И на каждом, значит, лепестке, лотосном деревянном ожерелье выгравировано имя на санскрите Шри Кришна и Шри Рады. И Шри Рады крупно, а Шри Кришна мелко. И мы спрашиваем, что написано? Говорит, Шри Рады, так, а это Шри Кришна, а почему? Почему Кришна так мелко? А там браман сидит, торговец, там все браманы на Радхакунде, и говорит, а кто такой Кришна? Вот Радхарани скажет, и он делает. Это на Радхакунде так. Нас богиня Радхарани, все. Там столько разных настроений во Вриндаване. Удивительно Вриндаван. Поэтому зачем? Ну, вы должны подготовить, конечно, людей, пусть они хотя бы послушают сначала Вриндаване, прежде чем ехать туда, хотя бы, чтобы у них интерес был какой-то, почувствовать Вриндаван. Ну, в наших группах, вот, которые приезжают новенькие обычно, вот с группой Марии Камалы, обычно все благополучно, обычно все очень хорошо. В конце все очень благодарят за эту поездку, четки покупают. Мантру начинает повторять. То есть Кришна проявляется. Читание Чананчарам Прабху, скажите, пожалуйста, что значит правильная зависимость от вайшнавов, от общения с вайшнавами, от общества преданных, и как это сочетается с некой внутренней самодостаточностью? Бывает, получается так, что есть желание общаться с преданными, с наставниками, но не всегда есть возможность, либо расстояние разделяют, либо обстоятельства, либо, ну, каждый проходит какой-то свой путь, и понимаешь, что нужно временно или, в том числе тоже искать прибежище в индивидуальной практике, в повторении святого имени, в чтении книг, но ведь это тоже от вайшнав, то есть книги Прабхупады и Гуру дает святое имя, но при этом непонятно именно, что такое правильная зависимость от вайшнав. Есть два типа преданных. Гошти Ананди и Баджан Ананди. Сейчас, может быть, вы спросили о положении Баджан Ананди, который, благосклонно ко всему относится, но больше практикует в уединении. Это Баджан Ананди. Есть Гошти Ананди. Есть то и другое. Не то, что говорю, что-то одно выбирайте. То есть что-то одно плохое, нет, или хорошее. Но предпочтительнее, что мы участвовали в миссии, в проповеди, поэтому мы будем общаться с вайшнавами. Причина есть. Не для чувства наслаждения общаемся. Для чувства наслаждения лучше не общаться, лучше Баджан Ананди стать, чем чувственное наслаждение. Но когда есть миссия, лучше Гошти Ананди. Лучше общаться. С другой стороны, если вы говорите, нет возможности, допустим, да, вот общаться с преданными, как вот хотелось бы. Но важно, что вы имеете бхакти по отношению к преданным. Вот она связь настоящая. Настоящая связь в этом заключается. Иногда преданные близко общаются, но бхакти нет достаточно. Это не так совершенно, как если бы, допустим, бхакти есть и нет возможности общаться. Все же это бхакти важно. В этом был вопрос. Ну-ка еще раз. Я сама немного запуталась, но, в общем, для того, чтобы духовный прогресс происходил, мы общаемся с преданными, потому что мы стремимся к близкому общению с преданными, к открытию сердца, потому что преданные нам на анартхи указывают, и мы получаем любовный обмен, мы получаем поддержку. Но не всегда это случается так, как хочется. Лично в моем случае иногда мне хочется большей глубины, но я понимаю, что должно пройти время, должны пройти годы, чтобы это действительно переросло в настоящую дружбу. Получается, что я как бы не в позиции слуги, что я могу сейчас дать преданным, а в позиции «дайте мне общество, дайте мне поддержку». И вот тогда я думаю, что, наверное, нужна какая-то самодостаточность, в хорошем смысле, то есть вдохновляться от книг Прабхупады, вдохновляться от лекций, и чтобы, наоборот, делиться этим вдохновением с преданными. Теперь, кажется, я понял.
То есть, да, да, как если говорить о начале пути, то мы много должны взять. Это как воспитание детей, нужно много-много дать, прежде чем они станут самодостаточными, и начнут тоже давать. Значит, вы чувствуете, что ваше время брать еще, вот, как можно больше брать, прежде чем вы вот, найдете себя в отдаче, то, что вы можете дать. Это нормально, это же хорошо. Когда люди приходили к Прабхупаде, вот в храмы, центры, которые он организовывал, многие приходили просто поесть прасада, послушать киртану лекцию и все, ничего не делали. Я не про вас сейчас, я просто примеры привожу. Вы многое уже делаете, уже много отдаете в творчестве, как бы, и хотите много сделать, и посвящение получили для этого. Но, в принципе, отношение Прабхупады было таково, что это тоже хорошо, просто посещать программы, скажем, брать сознание Кришны. Это тоже хорошо. Вы говорите, можете дать пожертвования. Если нет, тоже хорошо. Прабхупада был всегда к этому очень нейтральный. Важно, что вы слушаете, идите просад, все, все хорошо. Но, конечно, он понимал, что когда вы берете Кришну и еще, конечно, вы начнете служить Кришне. Вы сами это сделаете, вы сами это решите, вы сами найдете себя. То есть сознание Кришны не означает, что мы должны вот указывать или заставлять что-то делать. Если вы хотите этого, можно так сделать. Если вы скажете, заставляйте меня, пожалуйста, я просто иногда не знаю, что делать, иногда я ленюсь, пожалуйста, помогите мне. Тогда можно и так сделать, да, но это добровольный выбор, всегда. Что вы будете делать? Это добровольный выбор. И сколько вы будете делать? Добровольный выбор. Меня обучали так. Делай все возможное и еще чуть-чуть. И так ты будешь расти. Я этим руководствуюсь. Делай сколько ты можешь. И еще чуть-чуть. Все, и ты будешь расти. Самодостаточный Кришна, как преданный в этом смысле может быть? Самодостаточный без общения с преданным. Один духовный учитель приезжал в Петербург, и кто-то из учеников сказал ему на лекции: «Гуру Махарадж, я могу только вот раз в неделю посещать воскресные программы, у меня работа, я далеко от преданных». И говорит, чувствую, что если я не посещаю, скажем, раз в неделю программы, да, уже через месяц, через два, чувствую в такой мае себя. Он говорит, он сказал, вы очень сильный преданный. Если, говорит, я два дня не общаюсь с преданными, говорит, в такой мае. То есть суть в том, что если вы преданные, вы постоянно хотите общаться, постоянно хотите общаться. То есть чувствуешь, что вот это уже майя, это уже майя. Если нет преданных, если нет преданного служения, нет отношений, это уже майя. Это как воздух для преданного. Там, где преданный, там и Кришна. Все же просто. Я думаю также, что преданные на любом уровне, в начале или не в начале, могут много делать для миссии, используя свои способности, которые есть. Просто свои таланты, свои способности. Очень много могут делать. Это факты. И, может быть, новички могут еще гораздо больше сделать. Неизвестно, кто еще больше делает в каком-то смысле. Хари Кришна, спасибо. Вопрос такой вот по поводу двеши. Если вы говорили, что можно себя останавливать и вниз, да, вот как к этому прийти, как, может быть, практически какие-то есть советы, чтобы... Если появилась двеша, может быть, именно останавливать себя в этот момент, напоминать себе. Двеша появилась, да. Вдруг появилась двеша, что же с ней делать? Один человек сказал, все, бросил пить. Друзьям сообщил об этом. Я не пью. Как вы думаете, они ему поверили? Они с ним пили всю жизнь. И вдруг он говорит, я больше не пью. На следующий день звонок в дверь. Открывает друзья, двеша пришла. Что нужно делать? Проходите, дорогие гости, или что? Или закрыть дверь. Ну, вот о чем речь идет.
Вот, это твой выбор. И тут нужна решимость, потому что ум скажет что, и чувство. Если я закрою дверь, у меня не будет друзей. Это правда. Таких друзей больше не будет. Вот чего боятся люди. Я стал повторять мантру, соблюдать принципы, и все, у меня не будет этих друзей. Может быть, даже жена от меня уйдет. Может быть, начальство на работе выгонит, даже уволит. Вот чего боятся люди. У них не хватает решимости это сделать, пойти к Богу. Они боятся камсы. Материальной природы. Она отомстит. Она ревнивая служанка, если прыгнуть к Кришне, она меня ударит. Она мне боль причинит. Но если ты говоришь, что же делать с Двешей, ты хочешь что-то сделать, это твоя решимость, твой выбор. Закрыть дверь перед ней. Мы только что сказали, что это свобода выбора, это не Кришна, ничто другое. Это не покупается в магазине за деньги, что мне должны выдать чистое преданное служение. Я должен взять сам это преданное служение и оставить все свои анархии. Почему бы внимательно не повторять мантру? Почему бы не улучшать свое воспевание, свою джапу? Почему бы серьезно не изучать абсолютную истину? Почему бы не совершенствовать все в этом? Вот путь. А мы не знаем, что делать с Двешей. Есть чем заняться, смотрите. Зависть сама уходит в присутствие Кришны. Как ее прогнать? Страх сам уходит в присутствие Кришны. Никакая нечистота не может оставаться в присутствии солнца, нет тьмы. Но как мы выбрали Кришну? На какой степени выбрали Кришну? Кришна в святом имени, Кришна в нашей практике, но насколько мы поглощены этим служением? Много об анархах думать не нужно. Думать нужно о Кришне. И есть практический совет. Зависть присутствует в сердце каждого. Она может проявляться когда? Когда мы не служим преданным. Когда мы не служим преданным, зависть всегда проявляется. Как только мы начинаем служить преданным, зависть сразу уходит, нам хорошо. Мы чувствуем семью. Если мы приходим в общество преданным, мы какое-то служение совершаем. Для собственного очищения, для блага всего общества. Тут есть вопрос еще по интернету. А если Кришна посылает туда, где нет преданных, то есть они есть, но только в 130 километрах, что будет тогда с садху-сангой в этом случае? То есть они есть, но далеко в 130 километрах. 130 километров не так далеко. Да, если есть сильное желание, можно даже пешком добежать. Сколько дней нужно, чтобы пройти 130 километров? Шачукумар, ты столько прошел парикрам, знаешь. За пару дней Шачукумар дойдет. Видите, вот настоящий. По два дня 130 километров покрывает. Такое горячее желание видеть преданных. И Кришна это оценит. Сейчас у каждого есть машины, есть хорошие дороги. Что такое 130 километров? Нашли на что жаловаться. 130 километров проблемы. Я видел, как один пастух отару перегонял на Копчегае как-то. Мы были, и там огромное стадо овец, там, знаете, на конях они, откуда-то гонят со степи, уже, говорит, 120 километров прошли. А мы на машинах туда доехали вообще без пыли, там, так сказать, без аскезы за час. Они уже неделю в седле, там, знаете, с этими... А овцы вообще пешком, на копытах. Пастухи-то на лошадях, и то какие аскетичные, такие глаза горят у них, знаете, готовы
не боятся тигров, никого вообще, вот знаете, не боятся. В степи, если даже тигры появятся, они знают, что делать. Вот они в таких условиях живут. То есть настоящие живые люди. А мы там в комфорте, у нас там музыка, знаете, там просад, там Дастархан и так далее. И тут эта отара, знаете, такая, и овцы такие, и впереди я что удивился, такой баран. Огромный, рога, лидер, знаете, вождь. Глаза горят, Хари Кришна повторяет, знаете. Четыре принципа соблюдает. Он 120, он ведет всю эту отару за собой, понимаете. Это такая аскеза. Такой отжиз, тяжесть там у него, все энергии. А мы 130 километров, что делать? Посмотрите на барана. Он покрывает любые километры, смотрите. Такая решимость, такая отвага вообще. Ну, как-то оживите немножко. Ну, что ж такое, 130 километров, вы уже не знаете, что делать. Мы же не дети маленькие. А эта девушка преданная, хорошая преданная, потому что она сердцем с преданными. Это и есть для нее саду санга сейчас. То есть Кришна устроил эту ситуацию, чтобы она чувствовала это, развела любовь в разлуке с преданными. Это хорошая ситуация, она не будет вечная. Это эпизод ее жизни, но она как бы получит благо из этого эпизода. На расстоянии она разовьет эту привязанность в сердце. Иногда Кришна делает наше общение с преданными труднодоступным, чтобы мы развили это желание сильнее. Ну, мы Атару пошлем туда какой-нибудь. И да, преданные санкиртаны приезжают туда-сюда, навещают. То есть тоже так можно сделать. И там, как это большая ядра рядом, она может приглашать туда к себе кого-то в гости. Или проездом кто-то может навещать. При этом терпеть, смотря что. Что они могут терпеть? Трудности при этом... в материальном мире. Как какие трудности, скажите, у преданных? Вот скажите честно, какие трудности у вас? Что вы притворяетесь? Все лоснятся вообще. Даже не худеют вообще. Нормально одеты. Трудности у нас. Суровое испытание какое-то. Ум терпеть надо свой. У нас много слишком желаний материальных. Вот отсюда наша проблема. Никто, ни одного страдающего лица толком нет. Чуть что, все сразу ха-ха-ха-ха. Проблема у нас, ха-ха-ха-ха. Че меня вам обманываете все? Вы сидите и думаете, я самый несчастный. Но это не так. Тут вообще никаких несчастных нет. Ну, бывают потрясения, я понимаю, в жизни у всех там какие-то случаются. Но в сознании Кришны вы защищены очень хорошо. Очень хорошо защищены. Служите, служите, служите преданным, служите, изучайте. Процесс нектарный. Не сидите, не думайте, что делать, как Чернышевский. Он не знал, что делать поэтому. Но мы-то знаем, что делать. Столько деятельности хорошей, где вы на самом деле вы чувствуете счастье, и благословения все приходят. Здесь спрашивают, вы несколько раз рекомендовали к прочтению в своих лекциях советский перевод Махабхараты, который очень точен. Укажите хотя бы автора, а то найти не могут экземпляр. Я думаю, там было, да, тираж не очень был широкий, хотя дважды или трижды он повторялся, но у меня есть некоторые издания дома, которые были подарены, когда куплены еще раньше. Пхишма Парва, Дрона Парва, Лесная книга есть. Все эти события, которые в Махабхарате описываются, можно там прочитать. Изобилуют всякими потрясающими историями, кроме того, что вот есть
сам сюжет Махабхараты, много пересказанных удивительных историй пуранических. Это перевод академически Кальянова, но не только его. Да, академик наук СССР Кальянов, в общем-то, наверное, был такой... С ним встречался Гопал Кришна Госвами с Кальяновым. Его внучка, она преданная, живет в Таллине, мы встречались с ней. И она рассказывала про него, говорит, мой дед, он был преданный, он верил в Кришну. Она про него рассказала, я понял, что он, видимо, в прошлой жизни уже совершал преданное служение. И в этой жизни своей он... Махабхарату — это тяжкий труд, знаете, сделать академический перевод Махабхараты — это не шутка. Я думаю, что он признается лучшим академическим переводом на русском языке. И мне нравится, что там какой-то дух особый, неповторимый ни с какими эпосами в его переводе. Там есть объяснение некоторых слов, также он дает чисто академические. Если вы преданный, вы все поймете там. Если преданный, там легко понять ту Махабхарату. Я почему-то ценю этот перевод сильно. Там именно есть что-то непосредственно от Ясадева, я чувствую. Вот именно он как Ясадева, вот что-то какой-то дух передал Ясадеву, удалось ему. Но это мое субъективное такое восприятие. Не может быть на 100% авторитетным, это субъективно, потому что я первую Махабхарату читал именно в этом издании. Возможно, это была самскара. Особая самскара, поэтому я так ценю ее. Раздражение? Это проявление зависти к нему. Если внешне не знаешь, чему завидовать, но он раздражает, это тоже зависть, форма зависти или это что-то другое? Например, я кладу руку на кипяток. Это раздражает же, верно же? Это же не зависть. Или боль причиняет. Зависть — это не зависть. Если нет зависти, я могу держать руку на кипятке и быть спокойным, верно же? И показывать, зависти никакой нет. Иногда преданный так настраивает себя искусственно. Это раздражает. Убрали руку, столкнулись, извинились, пошли дальше. Ну, как-то поживее немножко будьте. А тут ментально. Так, ой, зависть или не зависть. Так, какая она? Что делать? Анализ пошел. А тут терпеть уже невозможно, понимаете? Так, что же делать? Пойду спрошу на лекцию. Стрела летит откуда-то непонятно. И вы начинаете думать, откуда эта стрела? Траектория полета, вес. Из чего наконечник? Кто пустил? Какая причина? Выдергивайте сначала ее, выдергивайте, залечивайте, потом можете выяснять, если хотите. Иначе мы запутаемся, ментально запутываемся. Видите себе, естественно, раздражает это, идите и все, скажите. Зависть скорее, когда вы его начинаете в ответ раздражать. Это, естественно, наша жизнь, чего тут. Не играйте какие-то роли искусственно, это страдание приносит. Действуйте на своем уровне, на каком находитесь. Просто пытайтесь применять те навыки, знания, которые вы вот сейчас понимаете, сейчас вот чувствуете. Это важно. Не то, что я думаю, так, сейчас на меня смотрят преданные, а я чувствую раздражение. Я должен выглядеть как чистый преданный, верно? Спокойный. Это трудно будет. Я помню, был в Новосибирске когда-то давно на вокзале один зимой. Насима означает, это вот те еще... полусоветский вокзал страшный. Зима означает битком набитый вокзал, там народ, там сесть некуда, все присаживаются, где-то место освобождается, тоже где-то присел. И идет человек, старый, таких старых людей не видел вообще. Старый, уже непонятно, ни мужчина, ни женщина, просто вот что-то двигается такое, что-то старое, одежда такая же старая, это на нем нитки висят, и все, вот, идет с сумкой. По вокзалу медленно идет, но никаких препятствий перед ним нет, понимаете? Вот у всех препятствий, толкотня, там, сидеть, куда он не появится, сразу пространство образовывается. Я смотрю, удивляюсь, как корабль плывет, как ледокол какой-то вообще, старик этот какой-то могущественный. И в чем было его могущество? Запах.
Это было самое страшное, что я в жизни неприятно испытывал. Самое неприятное, отвратительное, что я испытывал, это тот как раз случай в жизни у меня был. Я не мог представить, что так тело может издавать такие запахи. Старый, думаю, боже мой, неужели вот так, если я составлю себя, стану таким... Ужас. И он просто смотрит на какое-то место, значит, оно занято, конечно, это место. Просто смотрит, и мистическим образом сразу все освобождается, понимаете? Он садится, и тут же пространство открываются. И вот он сел недалеко от меня. И я понял, что мне нужно пойти куда-то в другое место. Я просто стал чувствовать это, понимаете, на себе. Вот. Но если вы преданы на ментальной платформе, вы думаете, так, запах, там, форма, это все майя, это все иллюзорно. То есть я не должен двигаться, реагировать на это, то есть я должен просто мантру повторять. Это невозможно. Это невозможно. Можно только занять чувства. Просто оторвать чувства от объектов невозможно. По-другому. И я сразу понял, что мне нужно заняться преданным служением в другом месте где-то просто. Это естественно. Это нормально. Если принимаете такое решение, это вас не дисквалифицирует. Ну и, конечно, как преданный, я состраданием смотрел на это, безусловно, не с отвращением, состраданием, что вот такое существование тяжкое приходится вот душе испытывать в теле. Быть отвратительным для всех, это тяжело же тоже. Приходится жить даже многим, некоторым так, в таком состоянии. То есть живите по-человечески, но применяйте знания, культуру, чтобы все видели, все чувствовали, что вы прогрессируете, продвигаетесь. Интересуетесь, служите. Эти все недостатки не важны, когда вы служите полностью. Вы всем нравитесь, когда вы слуга. Никто вас никогда сильно критиковать не будет, когда вы слуга. Вот люди пришли, прослушали лекцию, за что критиковать? Они слушали. Они вам сразу становятся хорошими для вас, для всех, верно? Кто-то вас слушает проповедь. Вы чувствуете, хороший человек, что он служение совершает, он слушает. Все же просто. Значит, служение – это решение всех этих наших проблем, конфликтов. Иногда делайте служение, чтобы никто не знал об этом. Это очень хорошо. Чтобы люди даже не знали, что вы совершили какое-то служение. Особое бхава. Почувствуйте, что Кришна ближе становится. Что Кришна-то знает. Единственный свидетель будет. У вас появляются с ним эксклюзивные отношения. Он единственный знает эти вещи. И никто не знает. У вас появляются секреты свои, тайны. И Кришна тоже ответит вам так же. Сделает что-то, что вы даже не узнаете. Потом узнаете. А, так это же было от Кришны. Тут много всяких интересных рас в сознании Кришны. Чудесная, чудесная жизнь. Если она не на показ, она таинственна. Глубоко индивидуально для каждого. Все счастливы должны быть. Хорошо. Есть вопрос? Здесь спрашивает еще Мария Борисова. Приносит поклон свой. Я долго шла к тому, чтобы перестать общаться с другими мужчинами, кроме мужа. Сейчас по служению мне надо общаться с Прабху. Не могу определить, стоять ли мне на своем или какое-то новое качество развивать, чтобы общаться с Прабху без последствий. В скобках моего вожделения, ревности мужа. Если человек чувствует неконтролируемое вожделение в присутствии противоположного пола, в этой среде не нужно находиться. Если он еще не контролирует себя, так, до такой степени. Не запрещается совершать служение мужчинам и женщинам. В служении все чисто. В служении, когда они общаются. Но есть опасность, что в служении соприкасаясь, они начинают личные симпатии развивать. Вот тут нужно себя контролировать. Тут нужен опыт также и помощь мужа. Жена контролирует мужа, муж контролирует жену, как раз к этому случаю относится. Потому что неизбежно будем общаться в этом мире с противоположным полом. Нужно увидеть всех женщин как гопи. Но это высокий уровень. Здесь вот по
согласно как бы долгу общения, оно помогает нам видеть служение друг друга. Не пол, а служение друг другу. Это чисто. Но если это индивидуально, если кто-то чувствует, что чувство выходит из-под контроля, то не нужно в этой среде находиться, конечно. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.